тебе, карамбеби. У-у-у, шип-шип-шип-шип. Как думаешь, они... Я думаю, в скором времени, возможно, да, типа. Ты-то что, думаешь, еще не... Так, кто смотрит на ютубе, не смотрите на мою прическу. Я немножко ебанулся, блядь, сегодня, поэтому... Так, ну я понял, она, значит, горит. Значит, он ее посадил, посадил ее в Собчат. Ты горишь, как огонь, я. У меня огонь. Это любовь или это паранойя? Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ты горишь, как огонь, я. Короче, она короной заболела. Да, она заболела короной, и ее, блядь, посадили на карантин, ебать, понял? Нравится, да и в целом ты мне очень нравишься. Как хочу тебя поцеловать. Как когда ты не кусаешься. А чё, хорошая пара? Тут проще. Ты знаешь, что никто. Ты знаешь, что тут проще. Ты знаешь, что никто. Бля, я с клипа вообще кончаю, я не знаю, это охуительно сделано. Ты горишь, как огонь, я. У меня огонь, я. Это любовь или это паранойя? А я с Доритоса кончаю. Блять, эти Доритосы, это вообще пиздец, блять. Когда они на Твиче же придут? Они были на Твиче, добрый вечер, они у Бустера, блять, рекламу брали. Блять. Я про нормальных людей говорю. Бля, вот это хуёво сделано. В смысле, что и хуёво сделано? Блять, я так понял, что вот... О, боже, блять, прикиньте. Ну, вот это мне не понравилось, как этот огонь сделан, да, типа. Ну, понятно, что я бы лучше не сделал, очевидно, да, не имею права пиздеть, бла-бла-бла. Я просто понял, почему здесь такой огонь реалистичный, блять. Потому что, сука, это настоящий, блять, огонь. Где, на руке? Да, блядь, там какой-то хуйнёй руку намазали, блядь, и она горит спокойно. Бля, а видно, я думал, меня наебали. Нет, а вот тут уже, блядь, графикой нахуй огонь сделан был. Блядь, я что-то скипнул, походу. А тут она тоже горит по-настоящему, да? Нет, тут её нет. Её обмазали просто. Ты горишь, как огонь. Да, ебать, он сбоку на Жожа похож, блядь. Это любовь или это паранойя? Ля-ля-ля. Бля, пиздец, бедные дети. Вот она, блядь, он ее нахуй поцеловал, а она взорвалась, все, минус хата в Люберцах. Она сгорела, то есть надо новую искать, блядь. Это ж невыгодно вообще. Можно просто под мостом, типа, жить с ней, и все, и норм. И тогда, в принципе, можно не бояться, что хата спалится. Строится. Бля, вот это охуенно сделано. Это трэп хаус. Пошёл нахуй! Блять, все испортил, а ты посмотри. Не судьба. Ну, ребят, ну карамбаба вообще ничего такая, да? Ну, правда же. Я ее самый преданный фанатик. А я был на нее подписан в инсте, а потом отписался. А я и сейчас подписан, я все лайкаю. А я отписался. Ну, типа, у нее фотки пиздатые, типа. Я в качестве девушки ее не рассматриваю, но она классная просто, блядь. Ну, прикольно. Необычная внешность такая, типа, поэтому...